Здравствуйте, друзья! Сегодня мы играем в Hungry Dragon, вторая серия у нас. И будем мы с вами летать на следующем дракончике. Мы купили безумный Жракс. И даже открыли ему один кислотный костюм. Вообще, мы открыли все костюмы. Кто хочет, конечно, можете костюмы покупать. Но это затраты, соответственно, можно, в принципе, летать и без них. Но они добавляют различные бонусы, там, жизнь. Добавляет возможность устойчивость там, к кислоте, к ядам и всякие другие полезности, друзья мои. Мы будем летать в кислотном костюме. И мы открыли, вы видели, в прошлой серии мы открыли яйцо. И у нас появился маленький помощник, друзья. И еще мы открыли двух помощников и будем с ними летать. Каждый помощник добавляет какие-то спецспособности. Мы ставим шаржеглота. И устанавливаем шимпоскора. Соответственно, он позволяет нам быстрее ускоряться, так как безумный Жракс очень неуклюжий у нас дракон. И первый дракончик добавляет нам немного жизни, позволяет дольше продержаться и пролететь. Вначале всегда смотрите на задание. Активно используйте, конечно, в своих поисках карту. Сегодня будем искать мы сундук и яйцо. Будем набивать с вами, друзья мои, очки. Поедать все, что встретим на карте, опасаться различных объектов, которые нельзя есть и которые могут вас ударить. Или даже есть большие драконы, которые могут вас съесть, их нужно опасаться. И напоминаю про бомбы, их нужно опасаться. Вот таких свинок обязательно, друзья мои, поедайте, потому что они дают кристаллы, которые очень сильно-сильно нужно в игре копить и которые вам в дальнейшем прохождении очень пригодятся. Уже потолще дракончик безумный Жракс. Вот съели мы сейчас пьяного мужика. И, собственно, дракончик наш под шафе абсолютно неуправляем. Но это действие продолжается несколько секунд. И управление к нам возвращается. Мы снова летим, чтобы поедать всю остальную нашу добычу. И продлить жизнь нашего дракончика. Постоянно нужно ему питаться. Наблюдайте всегда в правой части экрана за количеством жизни у дракона. Иначе он погибнет от голода. Поэтому он должен постоянно есть, 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 непрерывно есть. В этом смысл игры, друзья мои. Съедаем ведьму наглую. Едим все, что попадается на своем пути. Едим быстро и активно перемещаемся. Активно перемещаться нам, друзья мои, позволяет кнопочка ускорения. Постоянно используйте. Есть возможные, напоминаю, друзья, в игре задания. Нужно их постоянно выполнять. Например, сколько-то проплыть под водой. Сегодня будем плавать. Сколько-то нужно пролететь и другие всевозможные задания. За курсорчиком всегда следите, друзья мои, огненной лихорадки, чтобы подгадать момент, чтобы побольше было летающих всяких разных объектов, птичек, ведьм и всех остальных. Когда будет золотая лихорадка, все становятся золотыми. И вы, сжигая всех, получаете за это золотые монетки и очки, что, соответственно, добавляет вам бонусов в игре и поможет вам в дальнейшем прохождении этой замечательной и веселой игрушки. Вот, кстати, от чего помогает костюмчик нам. От всяких кислотных пауков, кислотных растений. Защищает нашего дракона на 10% от кислотного урона для его жизни. Поедайте перцы, поедайте хэллоуинские всякие тыквы. Они позволяют вам быстренько... О, яйцо нашли, друзья мои. Они позволяют быстренько вам наполнить курсорчик. Нашли сундук, курсорчик огненной лихорадки, друзья мои. И вот мы здесь всех сжигаем, и сейчас будем нырять. У нас есть задание, чтобы проплыть сколько-то метров, чтобы получить за это очки и бонусы. Я думаю, что уже достаточно накоплено у нас монет, и хватит, чтобы показать вам в следующей серии. Покажем геймплей и игру на следующем драконе Искре. Такой длинный, юркий и очень шустрый дракон, друзья. Если в какой-то локации достаточно еды, когда вы ныриваете, можно под скалами не плавать, потому что когда вы плаваете, очень быстро тает жизнь у дракончика. Поэтому можно просто нырять и сразу выныривать. Тем самым вы сэкономите время и быстро выполните задание, когда нужно сколько-то проплыть вам под водой. Есть локации, где есть встречный воздух, друзья мои, вы не сможете пролететь, поэтому не стоит лететь против строя воздуха. Попадаются стены, которые можно ледяные, которые можно растопить только с помощью огненной лихорадки. Поэтому, подлетая туда, нужно подгадывать момент,
чтобы у вас появилась огненная лихорадка, и вы могли эту стену расплавить и, соответственно, пройти в следующую локацию, открыть для себя новые участки игрового мира. К сожалению, у нашего дракончика наступает голод. Рано или поздно все равно он наступает. Опасайтесь бомб, ибо они могут сократить сразу жизнь вашего дракончика. Заканчиваем на этой ноте, друзья мои, наш обзор. И как я вам говорил ранее, увидимся вам в следующей серии Hungry Dragon, Голодный Дракон, и покажем вам красивый геймплей, интересную игру на следующем новом драконе, который называется Искра, друзья мои. А в этом задании мы собрали яйцо и сундук с целым кристаллом. Увидимся в новых обзорах. Всем хорошего настроения и до новых встреч!